В Махачкале прошло заседание расширенной коллегии Министерства финансов Дагестана. На ней обсудили итоги исполнения консолидированного бюджета региона за 2021 год и задачах на год текущий. Также говорили о том, сколько средств выделят на развитие сельского хозяйства, малого бизнеса, дорожного фонда и обеспечение детей-сирот жильем. С отчетом об исполнении муниципальных бюджетов, реализации национальных проектов и итогах работы за прошлый год выступил первый заместитель министра финансов Республики Алексей Исламов.